Добрый день. Сегодня я получила посылочку такую небольшую с Алиэкспресс. Ну, я вот так щупаю. Заколка должна быть хорошая на волосы. У меня волос длинный, то мне в интернете она понравилась. Сейчас посмотрим, что там такое. Так, распечатаем. Чтобы вот не повредить там ничего. Да. Это заколка. Здесь автоматик с этой стороны. Так. Здесь такой очаровательный бантик. И вот здесь вот сеточка. Вот. Сеточка, туда длинные волосы прятать. Попробую одеть. В общем, заколку я и в волосах показала, как смог оператор мой. Вот. Эти симпатичные бантики такие, вот эта сеточка, волос длинный туда опустить, вы видели как. Ну, я не глядя в зеркало, там как прицепила, но видите, симпатичная заколка, недорогая. Ссылку я оставлю под видео. Шла, причем, вот, самое главное, очень быстро шла. Недели две, а может и меньше. Очень я довольна. До свидания, до новых встреч. Вот этот бантик атласный. Тут как цветочками сделано, камушки. Вот еще ленточки такие. Вот тюль, типа что-то такое. Очень симпатичный. Бантик. Заколочка держит хорошо. И вот это вот черненькая вот это, по-моему. Или темно-темно-синяя сеточка. С доставкой уточняю. Не видно тут. 15 мая выслана посылка. Вот штемпель 15 мая, а 25 пришло 10 дней.